Привет, танкисты и танкисты, на связи я, Туркин Икс. Оцени данный видос лайком и комментарием под видео, а по желанию можешь оформить бесплатную подписку. На днях наткнулся на новую официальную информацию по новой ветке развития у немецких танков. Новая ветка будет вести на Мауса, и будут добавлены аж 3 танка 8, 9 и 10 левела. Сейчас-то я вам про них и расскажу. У Мауса появляются логические предшественники, которые похожи на него как по геймплею, так и по роли на поле боя. Это ВК 101П и Маушен, которые заменят тапки. Это будут большие, тяжело бронированные танки с заурядной подвижностью, но хорошим вооружением и отменным бронированием. Маус ждет существенное ускорение перезарядки, повышение комфортности орудия и усиление лобовой части бронирования. Чтобы не исключать тапки из игры, мы перейдем их в новую ветку и поставим на 10 уровень машину, которая будет подходить им по стилю игры. По геймплею она будет похожа на ВК-7201К, который можно было получить в качестве приза на глобальной карте. В результате пересмотра веток техники изменятся некоторые характеристики немецких тяжелых танков. В свою очередь, некоторые средние танки этой нации будут тоже улучшены. Но в скором времени разработчики опубликуют и эту новость. Ну а на связи был я, Туркин Икс. Буду очень рад вашему лайку и подпиской на мой канал. Поменьше вам ракалов в бою и фастливов. Пока-пока!